Агентство Ньюстейм, корреспондент Мариам Левина. Сергей Викторович, вопрос вам. Турция остается для Армении угрозой безопасности, активно и безоговорочно поддерживает Азербайджан, наращивает с ним военное сотрудничество, проводит совместные учения. И, исходя из перечисленного, с этой точки зрения, на ваш взгляд, какой видится роль, какой ожидается роль российско-турецкого сближения? Российского что? Российско-турецкого сближения, можно сказать, потепления отношений, если можно так выразить. Турецкого, российско-турецкого? Да. Знаете, мы не говорим о каком-то сближении, потеплении. Когда у нас есть соседи, которые нам даны истории, географии, мы развиваем отношения со всеми и с каждым из них. Это верно и в отношении всех наших партнеров по ОДКБ, по СНГ, по Евразес. Это верно и в отношении таких стран, как Турция, Иран, восточноевропейские страны. Мы со всеми хотим иметь нормальные отношения. И мы всячески содействуем тому, чтобы те проблемы, которые существуют в отношениях между Арменией и Турцией, чтобы они преодолевались. В 2010, по-моему, году мы активнейшим образом способствовали заключению так называемых цюрихских протоколов, хотя и предостерегали от увлечения этой идеей и особенно от расчетов на то, что они могут вступить в силу независимо от решения Нагорно-Карабахского вопроса. У нас были серьезные сомнения. Наши армянские коллеги в то время сказали, нет, это все так и будет, нам обещали. Но, к сожалению, судьбу цюрихских протоколов вы хорошо знаете. Тем не менее, мы продолжаем быть готовыми, так я скажу, для этого нужна заинтересованность обеих сторон. Мы готовы использовать наши возможности для того, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Мы абсолютно не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и в любом случае вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливались мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.